Всем привет, у нас полторы бабки, и бабка у нас ушла за хлебом, смотрите, режим практика. Так, зачем-то кодовый замок повесили. Я хочу попробовать в этом режиме без мода 0 зарепа достать бабку. Думаю, что мне в этом поможет арбалет. Так, у нас там лежит урок от дробовика. Это очень плохо, а мне нужен арбалет. Ну-ка, что у нас в этом комоде? Потому что, смотрите, раз нас бабка слышит, значит, я ее могу позвать куда-нибудь. И примерно ориентировочно усыпить. То есть стрелять примерно в нее, попасть. И посмотрим, уснет ли она или нет. Здесь у нас будет, наверное, приклад. Да, приклад здесь. Здесь у нас шестеренка. Наверное, все с нее закрутится. Нужно плейхаус домик открыть. Каким-то образом. Тут в рейндж он не нужен, само собой. Значит, идем на второй этаж, посмотрим. Что здесь есть? Так, арбуз, но в нем должен быть пэдлокей. Он нам тоже не нужен, поэтому просто скидываем его. Чтобы не мешался. Нам, оказывается, что-то может мешаться, хотя бабки нет. О, виапонкей здесь? Ничего себе, класс. Вот и все, начинаем. Начинаем свой эксперимент. Это будет мега эксперимент. Сейчас, смотрите, нам нужно будет обязательно накопить шприцов или дротиков. Хотя бы, допустим, у двери. Потому что я не знаю, попаду ли я с первого раза по ней или нет. А так я не буду бояться промахнуться. Бабка, конечно же, уже к двери подошла. Она потому что все слышит, но ничего не видит. Так, эти коробочки уже стали невидимыми. Давайте на всякий случай не будем стрелять примерно даже сейчас в нее. Начнем с определенного момента эксперимент. Я еще ни разу не проверял, не знаю, можно ли ее достать. Если не получится с помощью арбалета, будем пытаться с помощью дробовика ее застрелить. Невидимую. Так, все, специально стреляем выше немножко. Все, класс. Сейчас смотрите. Так, ну давайте ее куда-нибудь поставим, где она будет хорошо стоять, бабка, если она вообще здесь. Допустим, вот здесь. Ничего себе, я кинул. Бесшумно. Так. Все, нашумел. Так, арбалет теперь... Не, арбалет не берем. Допустим, она пришла. Теперь кидаем туда же арбуз. Ага. Все понятно. Арбуз плохо летит. Ну-ка, может, мясо лучше летает? Арбуз летит почему-то вправо. Так, как у нас мясо летает? О, мясо классно летает. Значит, пока пусть идет к двери. Берем арбалет. Она, наверное, уже к двери подошла. Кидаем арбалет. Нашумел, все. Она двинулась к нему. Давайте маленько подождем. Она, скорее всего, уже подошла к нему. Кидаем мясо. О, я слышал его звук. И резко берем... А, это идет. Так, и стреляем. Так. Нет, я почему-то никого не усыпил. По крайней мере, мне об этом не написали. Я сейчас очень хорошо шумлю этими дротиками. И ни в кого они не втыкаются. Понятно. Ладно, собираем тогда дробовик. Так, где у нас там был курок? Начинаем с приклада. Приклад у нас находится на гильотине. Это уже известно. Курок я тоже видел. А, курок у нас находится в бардачке машины. Мы как раз туда и направляемся. Метка целится потому, что мы не видим. У нас бабка мифическое существо. Мы ее видеть не можем. Но, возможно, мы ее можем застрелить. Давайте пойдем к Тедди здесь. Интересно, бабка не боится дробовика? Может, программно заложено, что она сматывается, если персонаж берет дробовик? Так, здесь не бывает. Там у нас ключ-паучок. Думаю, здесь.
Yes, получилось. Все, в обход идем, чтобы время не тратить. Так, скорее всего, получится быстрее. Зарядимся. И сейчас будем пробовать на том же месте ее застрелить. Но у меня будет всего один выстрел. Пока что. Так, давайте уже можно всем, чем хочешь, шуметь. Не, давайте здесь накидаем. Первым полетит у нас мясо. Так, мне что-то очень далеко все лежит. Я так буду за эту полосочку заходить. Вот сюда. Все, пробуем. Загоним ее четко вот сюда. Раз. Нашумел, класс. Так, бабка уже, наверное, подходит. Кидаем туда же мясо для закрепления материала. Идиот, уронил подсвечник. Да, дурацкое место выбрал. Давайте вот здесь. Вот сюда все накидаем. Пока. Буду стрелять прямо по комоду в районе его. На кресло. Так, недолет. Все. Кидаем вот сюда. Так, здесь уже шум шагов слышен. Бабка уже, скорее всего, пришла. Бросаем мясо. Да 5.25, тут везде шум. Тут, смотрите, на практике шум есть. Так. Так, ну здесь не шумит. Ну здесь, скорее всего, можно картину скинуть случайно. Так, сюда кидаем. Дурацкие такие места. Все, давайте вот здесь у картины. Раз. Все, бабка, скорее всего, у картины. Садимся, берем мясо. Кинули. Все, она подошла к мясу. И резко стреляем. А, никого нет. Еще раз. Примерно в нее. Да, никого пока нет. Хорошо. Тогда следующий вариант, смотрите. Все-таки, скорее всего, бабку можно же запарить в бане, если она невидимая. Сейчас посмотрим. Раз ничего не прокатило, значит, прокатит такой вариант. Так, а зачем мне арбалет? Что он мне даст? Давайте здесь нашумим и бросим арбалет. Конечно, лучше было бы взять с собой вазу, она вообще классно летает. Давайте мясо возьмем. Хотя бы мясо. Так, мясо куда-то улетело. А, я мясо там бросал. Давайте вазу возьмем. Мне кажется, она на вазу очень хорошо приходит. И попробуем вазу много раз побросать. Сразу же кинем, чтобы уже шла сюда. Ничего себе звуки. Все, она сюда направилась, 100%. Теперь кидаем вазу здесь. Еще раз. Главное, чтобы она зашла. Видите, не факт, что она зайдет. Она может здесь просто где-нибудь на пороге стоять. Но она меня с другой стороны-то не видит, получается. Значит, она видит только предметы. Ладно, все, закрываемся. И резко включаем пар. Смотрим. Убьет ли это ее? Может, кто-то появится? Ведь она все-таки ходит. Так, ну пока никого не видно. Она могла не прийти. Пар отключаем. Здесь никого нет. Так, это очень интересно. Давайте еще раз подождем. Так, еще раз кидаем. Она просто там может стоять. Так, она, скорее всего, уже подходит. Будем несколько раз пробовать. Все, допустим, зашла. Резко закрываем. И врубаем пар. Как вот определить, что она уснула?
Так. Давайте откроем. Да, и тут опять-таки никого нет. Это очень интересно. Так, кидаем еще сюда тогда. Еще раз. А, она в пар не пойдет. Зачем я так сделал? Так, кидаем. Классно кинул вообще. Под скамейки. Допустим, подошла. И сейчас ждем. Появится ли кто-нибудь? Так, а может разработчики все-таки оставили возможность ее как-то убить? Я попробую тогда выстрелить по канистре. Так, но канистру нужно, конечно, найти. Она может быть у нас у паука. Ключ, паучок нужно найти и мясо. Мясо где-то здесь валяется. Там валяется. Так, ключ, паучок где? Вот здесь нет. Ну-ка, здесь тоже нет. Он где-то у Мишки. Сейчас попробуем добыть канистру. Еще такой вариант есть. А, вот он здесь. Все, паука сейчас откроем. И у нас должно все получиться. Скорее всего, где-то он у себя хранит канистру. Арбалет и дробовик не взяли ее. Сауна тоже не взяла. Получается, ее может взять взрыв. Это крайне интересно. Все, сейчас покормим паука. И посмотрим, что у нас хранится в его шкафчике. Скорее всего, будет канистра. Ой, чуть к шкафу не пошел. О, канистра, класс. Все, сейчас главное не промахнуться. И представить, где бабка может находиться. Также сейчас покидаем в сауне канистру. Резко сюда. Ничего себе, как я быстро взял. Так. О. Кинул на капот. Так, тут, конечно, никого нет. Заряжаемся. У нас есть два выстрела. Но я надеюсь, все с первого раза получится. Так, ну давайте ждать. О, классно как кинул. Сейчас будем кидать вазу прямо к канистре. Дробовик может здесь кинуть. Бабка, конечно, уже пошла к дробовику. Это само собой понятно. Так. Но мне не важно. Я кидаю вазу здесь. Раз. Бабка пошла сюда. Так, она уже, похоже, в сауне. Смотрите, встала на дно. Сейчас еще раз. Все, бабка у нас 100% в сауне. И стреляем по канистре. Так, что за звуки? Слышали? У нас что-то подскочило. На что это было похоже? Так, но бабки не появилось. По крайней мере, нигде. Я считаю, что видео достойно оказаться на канале, так как это было некое расследование прямо. Каким же образом можно достать бабку без нуль зрепа? Давайте на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.